Привет! В этом видеоуроке я покажу вам прическу с бубликом. Делается такая прическа очень легко и быстро. Соберите волосы в высокий хвост. Проденьте волос через бублик. Распределите равномерно волосы на бублике и хорошенько прочешите их. Отделите теперь прядь волос и поделите ее на три части. Теперь начинайте плести косичку из трех прядей. Плетите так только часть пряди, затем проденьте получившуюся косичку через бублик и вытяните ее сверху. Теперь возьмите со стороны следующую прядь волос, присоедините к ней кончик вытянутой пряди и поделите опять получившуюся прядь на три части и начинайте плести обыкновенную косичку из трех прядей. Так вы плетете также только часть пряди, продеваете ее через бублик и вытягиваете ее сверху. Отделяете следующую прядь со стороны, опять присоединяете к ней вытянутую прядь, делите также ее на три части и плетете обыкновенную косичку из трех прядей. Плетете только часть пряди, продеваете ее через бублик и присоединяете к ней следующую прядь, взятую со стороны. Таков принцип плетения. Плетется всегда обыкновенная классическая косичка из трех прядей, затем она продевается через бублик, кончик вытянутой пряди присоединяется к следующей пряди. Старайтесь брать пряди пошире, тогда прическа получается быстрее. Плетите косички не очень туго, более свободно. Последнюю косичку заплетите до самого конца и закрепите ее резиночкой для волос. Теперь проденьте косичку также через бублик и зафиксируйте ее шпилькой для волос. У меня получилось 6 таких косичек. Сейчас прическа выглядит еще не так красиво, но если вы придадите объема косичкам, тогда прическа приобретет совершенно иной вид. Вытяните осторожно пряди со всех заплетенных косичек. Тем самым мы придадим объем прическе и замаскируем под косичками весь бублик. Теперь зафиксируйте косички хорошенько шпильками для волос.
На этом все. Спасибо за просмотр. До следующего раза. Пока!